4 миллиарда гривен в следующем году правительство намерено вложить в ремонт дорог по всей Украине. Сегодня премьер-министр побывал с инспекцией в 3 областях. В Черкассах проверил, как ремонтируют мост через Днепр, и узнал, что совсем рядом существуют дороги из битого кирпича. Все подробности в нашем материале. Вот так уже 5-й месяц черкасские автомобилисты выстраиваются в очередь, чтобы попасть с правого берега Днепра на левый. Пока идет ремонт, проехать по мосту можно утром и вечером в течение 3 часов. Строители торопятся, хотят завершить все работы до наступления морозов. Неделю назад подрядчик сдал правую полосу на мосту, на очереди левая. Рабочие надеются, что через несколько дней начнут заливать бетонную подушку. Воно вже вв'яжуть арматуру на следующем прольоті, потім цей прольот і будуть заливати. Капітально мост не ремонтували з 60-х років прошлого віка. Ці роботи обходяться бюджету більше, ніж 120 мільйонів гривень. В початку реконструкції підрядчик предполагав, що ремонт може затягнутися на рік. Тепер будівники успокоюють. Тут дуже зруйноване було старе покриття. На даному етапі, в принципі, нічого страшного немає. Тобто до Нового року плануємо запустити повністю проїзну частину. Проинспектировать, как идут работы, в Черкассы приехал премьер-министр. На дамбе попробовал себя в роли сварщика. В 60 километрах от Черкасской дамбы тоже идет ремонт. Жители Драбовского района закладывают ямы на дороге битым кирпичом. В районе более 300 километров дорог, и большинство не ремонтировались десятилетиями. 1 января такие изуродованные дороги перейдут на баланс местных властей. Премьер успокаивает, ремонтировать их есть за что. Мы створили державный дорожний фонд, который будет наповнюватися відповідно до кількості доріг розповсюджуватись, в тому числі на місцеві дороги. І тому цей механізм дасть можливість багатьом районам побудувати рівні можливості для реконструкції доріг. Це буде за рахунок розподілу коштів державного фонду відповідно до кількості тих доріг, які будуть перебирати на місця. Государственный дорожный фонд начнет работать с нового года. Но местным властям уже сейчас советуют позаботиться о деньгах на реконструкцию дорог. Ведь проводить их будут за счет софинансирования из местных бюджетов и государственного. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности, телеканал Интер, Черкасская область.